Всем привет, дорогие друзья! Сегодня готовлю очень вкусную, быструю новогоднюю закуску, которая просто замечательно будет смотреться на вашем праздничном столе. Сперва создаем цветочки. Делаем аккуратные надрезы, не до конца. Должно получиться 7 полукружочков, шириной примерно 2-3 мм. Теперь аккуратненько заворачиваем 2, 4 и 6 полукружочек. Готовим начинку. Натираем на мелкой терке одно яйцо. Нарезаем мелким кубиком красную рыбку, можно заменить консервами. Добавляем 1 столовую ложку сливочного сыра и 1 ложку сметаны. Все хорошо перемешиваем. Выкладываем нашу начинку в тарталетки. Сверху украшаем огуречным цветочком. По желанию добавляем немного красной икры. Наша закуска готова, можно подавать к столу. Как видите, готовится все быстро и легко, а смотрится на столе очень эффектно, аппетитно и по-новогоднему, и станет прекрасным украшением вашего праздничного стола. Всем привет! Сегодня готовлю новогоднюю закуску — бутерброды елочки, которая очень красиво смотрится на праздничном столе и порадует ваших близких и родных. У хлеба со всех сторон отрезаем корочки и вырезаем треугольник. Слегка обжариваем на сливочном масле и намазываем сливочным сыром. Далее на бутерброды выкладываем красную рыбку или любую другую, можно заменить паштетом или консервами. Огурец нарезаем полукружочками и срезаем еще немножко. Выкладываем ломтики в форме елочки. Вот такая замечательная елочка у нас получается. Наши бутерброды готовы, можно подавать к новогоднему столу. Получается очень вкусная и оригинальная закуска, а делается совсем легко. По желанию можно посыпать мелко нарезанным укропом. Кому понравился рецепт, ставьте лайки. Всем привет! Сегодня готовлю быструю и легкую закуску, которая займет максимум 10 минут, а получается очень вкусная, сочная и красиво смотрится на столе. Огурец разрезаем вдоль пополам. Теперь с помощью ложечки удаляем сердцевину. Нарезаем 2 крабовые палочки мелким кубиком. Аналогично нарезаем 1 яйцо. 20 грамм сыра трем на мелкой терке. Выкладываем в миску яйцо, 3 столовые ложки консервированной кукурузы, крабовые палочки, тертый сыр. Солим. Добавляем майонез. Перемешиваем. Можно также добавить укроп. Выкладываем начинку в наши лодочки и нарезаем наискосок в форме ромба. Наша закуска готова. Можно кусочки выложить в форме елочки и украсить укропом. Можно выложить в форме листика или по-другому, как вы желаете. Всем привет! Сегодня готовлю интересную праздничную закуску — корзинки с грибочками. Получается очень вкусное и красивое блюдо для новогоднего стола. 2-3 шампиньона нарезаем кубиком. Лук обжариваем до полупрозрачности и добавляем грибы. Солим, перчим по вкусу, перемешиваем и доводим до готовности. Выкладываем в миску обжаренные грибы, 1 яйцо, нарезанное кубиком, 20 грамм тертого сыра, 1 зубчик чеснока. Солим, перчим. Добавляем 2 чайных ложки сметаны и все хорошо перемешиваем. Из помидора вырезаем корзинку.
и удаляем мякоть. Ее можно использовать для приготовления соуса или других блюд. Заполняем корзинки приготовленной начинкой. По желанию украшаем майонезом. Из огурца вырезаем треугольник и формируем из него елочку. Наша закуска готова, можно подавать к новогоднему столу. Грибы, сыр, яйца очень хорошо сочетаются с помидорами и получается очень вкусное блюдо. Кому понравился рецепт, ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить новые видео. Всем удачи! С наступающим Новым годом!